Здравствуйте, наступило наше время. В эфире ежедневная информационная программа телеканала «Просвещение». Новости науки, образования и культуры. Сегодня в выпуске. Если принципиальные поправки в законопроект о реформе РАН поступят, вернем во второе чтение. Государственная дума подводит итоги весенней сессии. Спортивная столица, футбольная команда Миноборнауки открыла универсиаду в Казани. Президент России Владимир Путин утвердил Владимира Фортова в должности президента Российской академии наук. В этот же день Владимир Фортов встретился с журналистами и заверил их в том, что РАН останется организацией, предназначенной для проведения фундаментальных научных исследований, и не превратится в клуб ученых. Первоначальный радикальный проект реформы предполагал чуть ли не ликвидацию Российской академии наук, напомнил Фортов. Но, цитата, «Ситуация изменилась практически на 180 градусов, благодаря тому, что президент России Владимир Путин включился в реформу и взял на себя управление ей в ручном режиме». Конец цитаты. Законопроект о реформе Российской академии наук будет возвращен во второе чтение, только если за лето поступят принципиальные поправки. Об этом сообщил вице-спикер Государственной думы Сергей Железняк. Подводя итоги весенней сессии, Сергей Железняк отметил, что ко второму чтению документа депутатам удалось оперативно сформулировать поправки и в результате, по его словам, снять напряжение среди научной общественности. Та принципиальная позиция, которая была озвучена и президентом страны, и председателем Государственной думы, говорит о том, что мы изменения, которые проводим, будем осуществлять в интересах ученых, российской науки и нашей страны, а не в интересах отдельных чиновников или их ведомственных интересов. Также Сергей Железняк развеял опасения ученых и журналистов, что реформа будет осуществляться только сверху. По словам вице-спикера, президент РАН Владимир Фортов будет играть в этом процессе ключевую роль. В период реформы именно президент Академии наук будет возглавлять этот процесс, и не только с точки зрения смыслового движения вперед, но в том числе и ответственности за происходимые изменения. Я не вижу здесь никакого конфликта интересов или момента, который может затормозить реформу. Наоборот, учитывая ее высокий авторитет в академической среде, можно предположить, что это будет способствовать, наоборот, ускорению и большей эффективности. Что касается образовательной реформы, то, по мнению Сергея Железняка, в систему школьных экзаменов нужно вернуть сочинение. Нужно больше давать возможность ребятам на уроках не только слушать, но и писать, потому что это навык, который во многом формирует нашу культуру языка. А сейчас, мне кажется, что во многих школах недостаточно не только сочинений, но и изложений, и даже диктантов. В настоящее время «Единая Россия» в рамках партийной работы обсуждает проекты закона о русском языке. В Казани состоялось торжественное открытие Всемирной универсиады. В эти дни столица Татарстана принимает многочисленных гостей. Нетрадиционным способом праздник спорта открыли представители Миноборнауки. В спорткомплексе «Уникс» состоялся товарищеский мини-футбольный матч между командами Миноборнауки России и студенческой сборной «Казань-2013». Нам очень важно, чтобы спорт стал частью жизни каждого студента. Поэтому здесь от спорта высших достижений надо идти к массовому спорту. Кроме министра образования и науки Дмитрия Ливанова и его заместителей, в команду вошли ректоры российских вузов и руководство КФУ. На трибунах игроков поддерживали многочисленные болельщики, в основном из числа студентов-волонтеров казанских вузов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. На стороне министерства будет играть министр Дмитрий Викторович Ливанов, его заместители. Я как ректор университета буду болеть из-за министерства и за наших, конечно, студентов. Первый тайм закончился со счетом 2-1 в пользу студентов. Во втором тайме матча инициатива полностью перешла к команде министерства. В середине тайма счет был 2-6, но к концу студенты все же смогли сократить отставание. И матч закончился со счетом 5-6 в пользу команды Миноборнауки. Лучшим нападающим признан главный специалист Департамента управления программами и конкурсными процедурами Минобра Сергей Андреев. Лучшим вратарем – ректор Ижевского государственного технического университета Борис Якимович. Россия отмечает один из самых молодых, но при этом самых важных праздников – День семьи, любви и верности. Он приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые символизируют все идеалы этого праздника.
В этот день в парке «Музеон» самым маленьким героем торжества было чем заняться. Может ли лед быть сухим? Как яйцо оказаться в бутылке? Что может заморозить жидкий азот? На эти и еще многие другие вопросы юные исследователи теперь могут найти ответы. Благодаря новой детской программе «Дети. Лето. Музеон». Они готовят свои проекты с понедельника по пятницу, и в пятницу у них какое-то большое представление, где они смогут показать родителям, что они сделали. Например, если это музыкальные мастер-классы, да, они учились этому и закончили в пятницу, показали, чему научились. А также очень интересная программа из 8-часовых занятий, она рассчитана на родителей, на родителей детей. То есть такая семейная программа, где вы все вместе выбираете себе проект, пишете историю, придумываете героев. Это такое на сплочение даже, я бы сказала, мастер-класс. В рамках летней развлекательно-развивающей программы программа для детей всех возрастов будут организованы площадки по игре на бубнах и барабанах, архитектурному моделированию без клея и ножниц, рисованию с натуры, танцевальным па и боевым приемом. Также у самых творческих будет возможность сочинить настоящую музыкальную симфонию, побывать в роли кинорежиссера и нарисовать собственный мультфильм. Каждый мастер-класс помогает ребенку легко освоить даже самые сложные виды деятельности. Сейчас я провожу мастер-класс по начальному моделированию. Ребята получают модель одной из уникальных машин. То есть в мире существует вообще целый ряд машин, у которых есть уникальные свойства. Это могут быть бигфуты, пикапы, драгстеры. Это же очень интересно вообще знать, а как устроен вот этот уникальный машинный мир. Летняя школа на свежем воздухе в парке «Музеон» будет работать с июля по сентябрь. Когда-нибудь они будут постигать здесь точные науки, а пока их учат плавать. Донской государственный технический университет предоставил детям бассейн на лето. Репортаж с места событий от корреспондентов университетского ТВ. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Универ» опытные инструкторы не только помогают ребятам научиться держаться на воде, но и прививают им интерес к спорту с раннего возраста. Перед нами стоит задача оздоровления детей, обеспечения досуга их в бассейне летом, пока идут детские площадки. Ну и, естественно, закрепление навыков плавания и приобретение тем детям, кто еще не был в бассейне ни разу. Есть ли такие дети? Нам нравится плавать, а если мы хорошо себя ведем, нам разрешают прыгать с вышки. Тут нет хлорки, лучше бы хлорки. Тут вода чистая. В то время, когда дети, казалось бы, просто резвятся в воде, плавание стимулирует работу всех групп мышц, способствует оздоравливанию организма, помогает держать его в тонусе. Задача нашего бассейна – принять здесь детей, чтобы во время летнего отдыха у них более разнообразное было расписание. То есть бассейн, они потом идут с воспитателями, кушают, занимаются различными конкурсами. Кто знает, быть может, эти дети – здоровое, сильное, спортивное будущее ДГТУ. Мария Якушечкина, Яков Кардо, ДГТУ ТВ. Филологические иллюстрации «Киномосква» в переулках Арбата. Далее наша рубрика «Афиша» на 9 июля. В культурном центре ЗИЛ лекция «Методики понимания, дидактика истории, филологические иллюстрации и пространство воображения». Речь пойдет о горизонтах взаимопонимания в историко-филологических дисциплинах. Чем связано размывание границ традиционного познания, изучение текстов и связанное с ними умозрительное представление о прошлом и настоящем культуры. Проект «Прогулкина» приглашает на экскурсию «Киномосква» переулками Арбата. Участники увидят места, где снимались 12 стульев, Покровские ворота, «Москва слезам не верит», «Гости из будущего», «Я шагаю по Москве». Услышат рассказы о съемках, киногероях, актерах, режиссерах, сценаристах и, конечно, о Москве, ее улицах, домах и их жителях. На прогулке будут демонстрироваться старые карты, фотографии и кадры из любимых фильмов. Команда «Плюс один» продолжает серию творческих лабораторий «Плюс один лайф». В ходе встречи можно не просто узнать что-то новое, но и задать вопрос, поделиться опытом, поучаствовать в дискуссии и разобрать реальную ситуацию. На этот раз речь пойдет о работе с благотворительными и социально значимыми проектами. Модераторы лаборатории, основатели агентства «Команда Плюс один» Денис Каргаев и Максим Шелунцев. А специальный гость – исполнительный директор фонда «Подари жизнь» Григорий Мазманянц. Реформу рано обсудят экономисты. К наболевшей теме обратились представители Московского экономического форума. Об этом мы еще расскажем, когда наступит наше время.